Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Dismantle, и я не на запись немного покопал, собрал немного стали, наплавил титана, также древесины немного заготовил, и пиломатериалов сделал, и немного морковки еще навыращивал. Посадил кукурузу, и кукуруза, о, наконец-то выросла частично, очень долго растет кукуруза. Сейчас я, наверное, даже дождусь, пока вырастет вся остальная, соберу весь урожай. Но давайте мы еще посмотрим кое на что. Ребята мне напомнили, что мы можем... А, да, вот так вот мы можем плавить не только титан, да, но и, например, если мне нужна сталь, можем поставить, например, сюда железо и можем таким образом делать сталь. И железо можем делать из вот этого лома. А что вот тут у нас? Кусок маны. Этого я не видел. 120 обломков древесины, я не знаю. Сколько? 45 минут? Давайте поставим. Пусть готовится. А что у нас тут? Тут ничего нового интересного нет, да? Обломки дерева и все, в принципе. Надо, наверное, еще одну печку поставить тогда. Раз такое дело. Давайте посмотрим. Тут я сейчас снова порядок наведу. Это у меня такой фарм-набор был. Вот такой вот, да? Я, чтобы меньше переключаться, оставлял только топор и биту. Топором... Я ломал линии электропередач, с которых сталь падала, битой. Что-то металлическое. А, эти красные трубы, из них тоже сталь падает. Они редко встречаются, но можно найти иногда. Сейчас давайте мы вернем вот такой вот наш набор. Серп я возьму тоже. Так. И мы теперь можем поулучшать. Да, я уровень поднял. 36-й, и даже там с запасом. Давайте... Выберем навык. Что тут нам предлагают? Бойца. Падальщика. Я, наверное, бойца возьму, пятерочку. Вот. И мы теперь можем модернизировать. Сначала, наверное, откроем некоторое новое снаряжение. Например, те же ракетные турели мы можем теперь изучить. Потому что титана хватает. Так. И видим, что у нас еще есть. Увеличивает запас патронов для всех турелей на 60%. За 2 единички, да? Ну... Наверное, мы можем себе это позволить. Хотя... Наверное, зря, потому что нужно было много титана на это дело потратить. Ай-яй. Давайте сейчас посмотрим, что у нас тут. Рубящий урон плюс 10%. Блокирование. 5 титана нужно из 6. Здесь 6 из 6. Давайте, наверное, солдатский шлем откроем. Интересно просто посмотреть, что там будет. Сейчас, наверное, сделаем еще одну... плавильню и еще немного сделаем титана. Так, блокирование 15, дополнительные метательные снаряды плюс 2, урон от выстрела плюс 80%. Ага, нормально, нормально. Так-то может и раскроется у нас стрелковое оружие, да? Мы, если его еще и прокачаем... Интересненько будет, интересненько. Так, давайте по модернизации посмотрим. Охотничью винтовку сейчас улучшим, насколько сможем, да, пока. Давайте, да, потратим сталь сюда. Угу. 111 урона получается. Набор строителя можем улучшить тоже. Так. Лакомство не особо интересно. Бандольер... Блин, 5 титана надо. Вот эта штука, в принципе, интересная. Мы сможем не 5 гранат и 5 мин получить, да, а
6, 7, 8, 9 получается. Урон от критов увеличивается. В принципе, тоже более-менее неплохая такая штука. Для гироскопа стали не хватает. Я бы хотел посмотреть на максимальное улучшение гироскопа. Здесь титана опять же не хватает. И здесь у нас в спальном мешке. Давайте улучшим его тоже. Не то чтобы это нужно, но давайте улучшим. Да, возьмем в руки вот этот вот строительный набор. И поставим еще одну печку. Оу, надо титан один. Это фиаско. Так, эскейпом закрываем. Кстати, давайте посмотрим еще, что по обороне. Да, как я и думал, на ракетные турели больше нужно вот этих вот... этой легендарной электроники. То есть мы можем 3 ракетные турели поставить. Ну или 6 вот таких пулеметных. Но 6 пулеметных тоже немало, весьма. Весьма. Надо отменять вот это дело. Давайте поставим сейчас... сделаем один титан. Я думаю... может быть здесь еще тоже... поставим пиломатериалов. С запасом штучек 30. Давайте так... пусть пилят. Ну, а я пока пойду соберу кукурузу и посажу здесь что-то. Наверное, опять кукурузу я посажу, что уж там. Всю не унести даже. Давайте посмотрим, сколько тут у нас получается ее. 225 кукурузы. И тут еще немного есть. ...364, да? Но нам этого маловато. Там от 300 до 600 кукурузы нужно будет нам на этот самый в ковчег слить. Поэтому садим еще кукурузу. Она довольно долго растет. Пока мы будем сегодня исследовать вот эту вот локацию. Вот эту. Может, что и вырастет. Так, с грядками закончил я. Давайте забираем вот это. Берем снова строительный набор. И сделаем еще одну печку. Наверное, вот тут вот ее поставлю рядышком совсем. Так, все. Здесь... вот это, конечно, тема классная. Я реально забыл о том, что можно менять, что мы тут плавим. Спасибо ребятам большое за подсказку. Давайте поставим здесь... наверное, вот так вот 25 стали хотя бы. Здесь... наверное, даже... лом в железо переделаем. Ну, листья будем сжигать дальше. Лома много у нас, в принципе, такого. И собирается довольно немало. Пусть крафтится все это дело потихонечку. Так, ну хорошо. Давайте сейчас вспомним, что нам надо. В принципе, по одежде... что у нас тут метательный урон. Давайте, наверное, каску оденем, вот эту. Одежду теплую оставим. Тут у нас магнит я заменю, да? Сейчас нам магнит, наверное, не надо будет. Поставим, что я хотел поставить тут такого интересного. Ну, вообще, да. Я бандольер, наверное, возьму. Хоть он и не улучшен, но все равно на одну гранату у нас будет больше. Да, уже на одну гранату и на одну мину. Вместо кинжалов я, наверное, возьму какие-то бинты сейчас. Хотя... урон 33. Такой. Не шибко, не шибко.
Ладно, пусть будут вот так. Все, и пока здесь все крафтится. А, стоп. Я хотел, да, еще винтовку взять. Она у нас все-таки прокачанная. Инвентарь. И вот сюда мы добавим, наверное, винтовку. 8 выстрелов у нее уже. Все, можно теперь идти воевать. И урон довольно большой. Ребят спрашивали, не получится ли винтовкой по машинам пострелять. Посмотрим сейчас. Там у нас в джунглях машины будут вообще. Должны быть, наверное. Ну что-то такое, сейчас посмотрим. Я там по каким-то трубам стрелял из винтовки. Урон не проходил вообще. Тут... Ну тут так-то вроде и не во что пострелять. Оп, не-не-не-не-не-не. По низким предметам мы даже и не попадаем, как будто бы. Ладно. Может быть, найдем, во что пострелять можно будет потом. Я хотел еще посмотреть, вот можем ли мы рубить... Так, сейчас я снова привыкать к управлению. Да, можем рубить частокол, что с него падает. Ну, 3 древесины, неплохо в целом. Неплохо. Я дерево рубил. Заготавливал там листья и древесину. И мне больше всего понравилось вот эти вот деревья рубить. Из них падает тоже 3 древесины, 4 даже древесины, по-моему. И 4 листа. В джунглях только такие деревья, конечно. В других местах попроще. Для пальм урона не хватает. Причем урона не хватает совсем чуть-чуть. Десяточки. Ребята предполагали, что можно якобы одеть шлем. Тот, который урон на 10% увеличивает. Давайте, да, посмотрим его. Ну, у меня сейчас не хватает титана для него, поэтому, к сожалению, мы на него сейчас прямо не посмотрим. Вот этот мотоциклетный рубящий урон увеличивает на 10%. Но... по-моему, эта тема не сработает все равно, и фактического урона она не добавит. Также у нас есть рубашка лесоруба, которая тоже увеличивает урон от удара против деревьев на 30%. Но это не прибавляет фактически урон от топора. То есть те деревья, которые мы не могли рубить, даже с этим бонусом 30%, мы все равно не можем рубить. Просто фактически вот урон, тот, который мы наносим дереву, увеличивается. Но вот этот вот базовый, который необходим для того, чтобы можно было, в принципе, рубить это дерево, он, его, короче, не хватает. Так. Ой, это немного не то. 111. Не, ну, в принципе, с этим можно работать тоже. Много листьев с вот этих вот растений тоже падает. Раньше я, может, конечно, забыл, но мне кажется, что поменьше падало. Так, мост можно будет с той стороны опустить. И что там у нас... Ага, вот здесь можно будет выйти. Давайте, наверное, я сразу рыбу половлю тут, конечно же. Еще ребята подсказали насчет моих вот этих переживаний по поводу рыбалки, что рыбу мы можем ловить раз в день по 2 штучки с каждой клетки, с каждого тайла. То есть, по идее, я могу сейчас забросить удочку куда-нибудь вот сюда. Выловить пару рыб. И потом ловить вот в этой, вот в этих лунках. Так что с рыбой проблем быть не должно, по идее. Ну-ка. Третья. Так, может быть, это все-таки считается. Да, может, это...
Рыбное место в клетку. На клетку идет как раз тоже как-то. Ну, короче, сейчас посмотрим. Но вроде ребята говорят, что все норм будет. А то я переживал, что рыбы мне, может, не хватит. Так. Не, ну да, мы, получается, и здесь мы ловить уже не можем. Сейчас скажут то же самое, что рыба больше не клюет. Я в каком-то другом месте пытался закинуть удочку, и мне игра просто не давала. Ну, может быть, я как-то плохо пытался. Недостаточно был развернут в нужную сторону. Но все хорошо, все хорошо. С рыбой проблем у нас не будет. Все, я должен найти новое место. Хорошо. Давайте я даже сразу к костру присяду, чтобы ружье перезарядилось. И пойдем потихонечку исследовать дальше. Нам, по идее, давайте, кстати, посмотрим по квестам. Ребята подсказали еще, да, то, что мне не понравилось. Открепить задание у меня не получалось. Надо на не просто на вот эту плашку нажимать, а именно на прицельчик. И тогда все хорошо. Можно поубирать то, что нам вот не нужно сейчас. Ну, вот это вот тоже нам не нужно. А вот это вот оставим. Да? Да. А, вот это тоже, по-моему, можно отключить, потому что оно черти где. Сигнатура этой неестественной энергии у нас, по-моему, какая-то из вот этих вот мест. Да, туда мы пока еще не попадаем. Так, квесты. Так. Найдите основание храма, следуйте вдоль реки по тропинкам к лагерю команды станции Бичхед. И тут, конечно, лабиринты нас ждут, я смотрю. Нам, короче, вот сюда, как я понимаю. Хоть меточки нет. О, тут ящик с таймером у нас подсветился. Я, кстати, еще тоже открыл где-то какой-то ящик с таймером. Вне записи какой-то, где-то здесь. А эти три осталось, к которым мы пока что попасть никак не можем. Здесь камни с двух сторон. Нам нужно что-то, чем можно камни большие эти поломать, пока у нас оружия такого нет. А здесь как раз телепорты. Будут вот эти вот разломы. И здесь, наверное, тоже будет, мне кажется, разлом такой. Ладно, в любом случае, пошли пока бродить, открывать. Наверное, даже, может, к ящику пройдем, почистим пока по дороге, посмотрим. Потому что это уже локация все-таки более серьезная. Может быть, и в ящиках здесь будут более серьезные какие-то ресурсы. Может, сталь. Гора стали в ящиках будет. Не стали, а этого, да, титана прям сразу. Так, тут у нас вроде ничего нет. Эта штука открывается? Открывается. Давайте глянем. Ничего. И пошли в сторону этого ящика. Убить 100 животных. 100... У нас есть какие-то животные, кроме оленей еще? Ну, собаки, наверное, за животных не считаются. Они как бы мертвые, мне кажется. Золотой медалист получено достижение. Собрать, наверное, сколько-то там золотых медалей. А, еще ребята тоже подсказали тему. Большое спасибо. Я сам как-то не обратил внимания, что в настройках можно отключить автоматически вот этот вот... привязку цели. Раньше, по-моему, такой темы не было. Зачем ее включили автоматом, я даже не знаю. Раньше у меня не было проблем с тем, что игра сама подхватывала мне цели. Но эту штуку можно в настройках отключить, как оказалось. И это уже гораздо удобнее.
Так, давайте, да, вот это дерево надо рубить сразу, чтобы гриб забрать. Оу. Так, давайте сейчас вот этими разберемся для начала. Где мои гранаты? Так. Даже, наверное, сейчас вот так вот просто сделаем. Лови раз. Двас. Чё, по нему урона не прошло вообще? Как так? Почему по нему... У него под ногами взорвалась граната, и ему хоть бы хны вообще. Странная тема. Так. Я чувствую, что нам надо здесь покопать. Ага. Вполне предсказуемое местечко такое. Оп. И места уже нет у нас. Так, надо тут все почистить, если я хочу добраться до этого, до сундука. А могу я, кстати, стрельнуть через камень? Черт. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. О, могу. Не то чтобы выстрелы ему много урона наносят. Но наносят, в принципе. Окей. Так, и вот парашют у нас. Этот олень даже не заметил. Ох, идти тут, конечно, будет не очень приятно через все эти джунгли. Хоть бери топор, да вырубай все это дело, чтобы можно было нормально, спокойно пройти к сундуку. Но, может быть... временем в этом сундуке предусмотрено, что, да? Мы будем где-то петлять в деревьях. Давайте посмотрим. Яйца, наверное, сразу заберу. Еще место для рыбалки. Но у нас места нету для рыбы. Так. Это же у нас ближайшее место, или может быть отсюда было бы ближе, кстати. Вообще возможно. Пойду я, наверное, с этой стороны попробую пройти. Сейчас надо тогда с вот этими растениями разобраться. И там еще парочка зомбятины. Зомбульки. Не скучайте. Так. Тут у нас вроде бы уже не нужно там по лабиринту проходить. Мы все открыли, и теперь, по идее, можно нормально, спокойно пройтись. Камни только тут немного мешают. Ну... Нормально, спокойно, да. Ну, давайте попробуем. Внимательно смотрю на карту и в кустах застреваю из-за этого. Так.
сюда. Немного застрял. Так, так, так. Ага, 2 секунды я потерял в этом забеге. Но дерево мне все равно нужно, поэтому, чтобы наверняка, я сейчас себе путь расчищу. Ну, сейчас попытка номер 2 будет. Сгружаем ресы. Ну, побежали. Сейчас точно успеем. Я верю. Этот куст я не срубил. Надо было его срубить тоже. Тут я немного территорию почистил. Можем прямо бежать вот так вот. Отлично. 2 секунды. Это 1 или 2 титана? Ага, это 1 титан таки. У нас белых предметов по 3 получается в слотик идет. Синих по 2. А вот фиолетовых по 1 по-прежнему. Да, то есть... Как вот одну мою штучку, ну, видно было, что подобрали, так, да. Окей, окей. Зеленых по 2, подождите. А синих тогда по сколько? Ну, короче, надо будет посмотреть еще. Так, ну и место у нас для рыбалки. Где-то было здесь. Неподалеку собираем все вот это вот барахло. Где-то вот здесь у нас рыбалочка. Так, ну и вот эту вот часть мы зачистили. Нам, наверное, вот сюда. А потом вот так вот проходим и здесь открываем срез. И потом сюда, сюда. И что дальше? Вот сюда. И вот, вот так вот можно пройти, наверное, будет, да? Теория. Или вот так даже можно пройти будет. Тут костер есть. Угу. Хорошо. Пойдем, да, в этом направлении для начала. Так, что тут у нас за рыбка? По 2 рыбы в синий? Или тоже по 3? В слот идет. Интересно. Так, ладно. В любом случае, мы возвращаемся сейчас. Да, надо в лагерь зайти, барахло выгрузить. Наверное, вот в этот. И потом пойдем дальше. О, у нас как раз сейчас ночь начинается. Давайте поспим. 12 часов как раз, да? То, что надо. У костерка, на земле прям. Угу, это было освежающе. Спите у костра. 64 часа я проспал. На 8 часов плюс 14 здоровья я получил от этого сна. Хорошо, потопали дальше, значит, вот сюда, правильно я понимаю? Не совсем, походу, но можно посмотреть, что тут. Ничего тут, я понял. Ну, выйди из кустов. И вот тут вот наверх поднимаемся, да. Давайте сейчас гранатом туда накидаем. Сзади не подкрасться к нему. Ну и ладно, не очень-то и хотелось.
Я, наверное, сейчас с вот этим растением быстренько разберусь. От него не так много проблем, но урон оно может наносить. Ну и дальше можно уже с толстяком тут ковыряться. О, пса я даже не заметил. Как-то я так зашел, да, тут деревьями вид весь закрыт. Так, ну окей. Давайте сходим, проверим на всякий случай к этому знаку вопроса. Правильно? Да, правильно, это вот эта вот штуковина. Чтоб по возможности ничего не пропускать. Не знать, что там где. Ну давай, иди ко мне. Нормально так выпадает иногда. Это из-за бонуса... На дополнительные ресурсы при обыске, наверное. Ух ты ж, ёлки-палки. Вот это он лупит. Нездорово так вообще. О. Так, я, наверное, съем морковку. Барахла выпадает, конечно, очень много. Мы уже загрузились. Я застрял. Давай, развернись. Фух. Здоровья-то нет. Надо сейчас подлечиться немного. Надо было, может быть, поставить большие все-таки бинты, которые лечат сразу по полздоровья. Листья уже не помещаются тоже. Так, ну мы вот дошли уже до опускного этого моста. Да, надо прорубить себе здесь путь. И мы, получается, можем... Так, надо сейчас сориентироваться... Вот туда нам. Тихо, песик, тихо. Все будет хорошо. Вот сюда нам. И можем барахло выгрузить в этот лагерь. Но там уже и до следующего недолго. Давайте сейчас, наверное, сменим лечилки на большие. Маленькие, это так чисто в бою там подлечиться. Так, инвентарь и лечилки вот эти вот берем, да. Камни эти, блин. Вечно что-то под ногами, что ходить мешает.
Я думаю, там за листьями, за всеми ресурсами, которые там остались, я еще потом схожу. Я думаю, надо будет рубить дерево рано или поздно. Так. А ну, стоять. Блин. И вот теперь интересная тема с обелисками. Ребята предложили поставить турели возле обелиска. Мне казалось, что турели у нас чисто тема такая эксклюзивная для вот этих вот тавер-дефенсов вокруг убежищ. Но некоторые ребята говорят, что можно вроде как поставить. Давайте попробуем. А, не хватает для вот этих стали не хватает. И тут вполне логично, что нельзя их ставить. Вот эти штуки не можем ломать? Вроде нет. Аудиожурнал следующий прослушать. Давайте прослушаем. No gas masks. Нет really противогазов. It looks like the station crew have made camp and then continued through the Rocky Mountain path. We'll follow them. I should also mention, I felt some unusual mental discomfort during our trek through the wilderness. Am I starting to go crazy? Abby. Так, давайте сейчас посидим у костра. Вот сюда нам теперь. Ага, вот тут следующий лагерь. И... А, нет, тут обрыв, тут пройти некуда. Все правильно. Это мы, получается, вот так вот идем. И наверх к вот этому лагерю выходим. И приходим к храму. Так, но давайте сначала мы поиграемся с обелиском, посмотрим, что... А, надо же. Я все время про эти шары забываю. А у меня, кстати, есть они? Один еще есть. Ну ладно, давайте запустим, попробуем. Наверное, будет весьма здесь неприятно. Но у нас больше мин. Давайте сейчас их расставим. Ну, опять же, да, мы как раз пробовали, что без проблем мы можем отдохнуть. Заставить все минами на одну волну, да, пойти отдохнуть. Перезарядить количество мин без проблем. И потом активировать следующую волну уже. Так что поехали. Пусть все здесь взрываются сразу же. А, ну тут волки одни. Которые просто с одного удара все померли. Это не проблема. Так. Угу. Тоже волки одни. Я даже без мин тут, я думаю, вполне себе справлюсь. Только вот парочка вот этих вот... я, наверное, гранаты туда кину. Одной хватит? Да, одной хватит. И сюда еще одну. Если здесь не будет... вот этих вот... по три снаряда бросающих, взрывающихся товарищей, то все будет хорошо, я думаю. Поэтому можем сразу следующую активировать. Вот эти вот тоже могут проблем доставить немало. У них весьма неслабая атака такая. Но мы справились. Хоть и здоровья почти не осталось. Надо пойти. В лагерь будет сейчас отдохнуть таким.
Ну вот, да, следующая волна, тут уже могут быть и даже банально плюющиеся, стреляющие вот эти вот растения, они уже могут проблем доставить с вот этими вот ребятами. Это может быть весьма неприятно. Но опять же, у нас еще гранаты были, можно было бросить гранату, и проблем было бы меньше. О-о-о, куча стали, хорошо. Давайте отдохнем. И последние две волны запускаем. Стоп, надо было мину поставить, наверное. Нормально, нормально. Опять же, когда нет каких-либо стреляющих противников, то это не проблема вообще. Но надо подлечиться, потому что урон мы отхватили. И сейчас, наверное, надо будет уже мины поставить на последнюю волну. Но я не думаю, что она будет сложнее, чем вот в пустыне была у нас, да, в обелиске. Там была жесть с этими стреляющими ребятами, бросающими по три токсичных заряда. Так, это что-то не туда мина пошла. Немного. Как-то так. И переключаемся на гранаты. Активируем. Сейчас гранату вот сюда еще забросим. Одну, вторую. Все умерли? О, пойдет. Пойдет. Вот это вот самая большая опасность. В связке с вот этими весьма не слабо так. Так, и что у нас? Защита от жары плюс 5. Ха. В принципе, вот эта тема неплохой может быть, если хочется одежду поменять на какую-то другую. Можно будет защиту от жары использовать из обелиска, льдышку поставить, например, вместо, ну, чего-нибудь здесь. И можно будет, наверное, даже вполне себе нормально сменить вот эту вот одежду. Сколько у нас? 28 градусов, кстати. Мы, по-моему, и так можем ее нормально сменить, нет? 15. Что там у нас получается? Ха. Не так уже жарко. Во всяком случае, пока. Нормально. Я думаю, мы вот в этом походим. Да, до 30 градусов у нас температура. Хорошо, тут нам больше и не нужно. Так, ну все, погнали дальше. Погнали дальше. Тут вроде путь относительно простой. Может, разве что по дороге порубить немного кустов придется. Чуть-чуть урона не хватает, чтобы ломать вот эти вот растения просто. Или мы идем просто так. Опять же, потом, если нужно будет за листьями сходить, можно будет потом подчистить. Так, тут ничего. Это надо обязательно срубить, потому что можно проходить вот здесь, она оттолкнет воду и привет. О, тут уже жарко становится. Да, вот тут вот 5 градусов температуры нам бы как раз, наверное, помогли. Ладно. Переоденемся, да не будем пока морочиться. Хоть та курточка мне больше нравится. Так. Тут у нас обрывы. Не пройти. Никак. Это пропасти. Так, не сюда. А тут опять эта штука. Вот сюда нам. А, ну этот... Это простенький.
Рыбу я, наверное, сразу словлю. Жалко, что она не отмечается, да, потому что можно было бы тогда и пропустить ее сейчас, но я потом могу ее и не найти. Хотя вряд ли тут место такое как раз, да, единственный путь, по которому можно будет пройти, но все равно. Лучше я ее сразу выловлю всю. Так, хорошо. Рыба больше не клюет. Тут нам... Давайте сюда сходим тут. А, тут только как раз ягоды, да, и все, больше ничего нет. О, застрял, застрял. Там еще кусты плюют по нам. Так, песики. Давайте сразу с вами разберемся. Ой, и с этим надо разобраться. Стой, стой, стой. Стой. Картошка и металл. Интересный набор. Так. Тихо. Да, мы уже практически пришли. Исследуйте местность дальше. Ага. Передохнем сразу, восполним припасы. Давай, давай, давай. Там, кстати, уровень у нас уже скоро очень. Чуть-чуть совсем опыта осталось до левелапчика. Так, ну идем пока. Сюда. Оу. Оу. Смотрите какой! Страж гробницы. Уворачивается, отходит. Вот это да. Недурно, однако. Так, теперь нам надо... А, мы, по идее, отсюда могли вот здесь пройти, наверное. Или тут, может быть, закрыто было бы. Тут вроде и не пройти никуда, слушайте. Эти штуки ломаются, нет? Даже не та самая... Не является объектом. Эти стенки тоже нельзя поломать, правильно? А, кстати, нет. А, это поэтому я долблю, да? Пара камней. Ну, неплохо, парочка хотя бы. С вот этих мелких камней только по одному падают. Но вот это вот все не разрушается. Неразрушимая гробница. Ой-ой. Ой-ой. Так. Чтоб наверняка. А, там им одной гранаты хватало. Не знаешь, как ко мне добраться, да? На тебя. Хорошо. Так, сейчас я посмотрю, что у нас тут в ящичках. Можно сюда на стенку забраться еще. Сейчас глянем.
Со стенки спрыгнуть нельзя, спуститься никак. Ага. Так. Чё мы открыли? Но я, получается, на кнопку нажму, и двери снова все позакрываются, правильно? Ага. Тут тоже можно. Так, ну тут и не пройти никуда походу, правильно? А-а-а, вот. Куда там можно? О, костерок. Хорошо. Это я не знаю, что я открыл. Но открыл и хорошо. Уровень я там не поднял еще? Случайно? Нет, чуть-чуть совсем не хватило, наверное. Вообще капли-капли. Давай, левел ап есть? Нет? А сейчас? Нет? Ладно. Что там олень интересно делает? Ой-ой-ой, так, опять что-то на... Ух ты, ёлки-палки. Старый верный чемпион. Окей. Ау, ау. Так, 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 сейчас. Давай. Мину. Хух, мы справились. И 37 уровень получили. И получили шарик с него. Сегодня первый день моей жизни. Окей, наверное. Что это за... На что-то, наверное, значит? Они просто так лежат тут, мне кажется. Ой-ой-ой. Сколько вкусняшек. Давайте полечимся. Полечимся, говорю. Угу. И вот мы выходим, получается, да, как раз здесь. О, противогаз. Отлично. Нам всего для него хватает. I'm alone and badly wounded. I'm hoping Crown received my message and help is on the way. I fear all my colleagues are dead. We shouldn't have come here. Supplemental. Still alone and waiting. If anyone finds this recording, please listen carefully. I understand it all now. We set it free. It's what we did at the pyramid. Will it happen to me too when I die? Хм. Так, 15 тысяч опыта. Первая экспедиция здания завершена. Можно сделать пойти противогаз. И у нас тут срез как раз выход к... 8. Давайте посмотрим. Что тут у нас будет? Интересно. Сейчас мы проверим, что там будет. Жиробасик. Место с рыбалкой я видел, сейчас мы половим, освободим инвентарь. Возьмем только 8
Давайте уровень поднимем. Возьмем 8 досок. Половим рыбу. Пойдем починим мост. Специалист по турелям. Боезапас еще увеличивается. И скорость перезарядки еще тоже увеличивается. Запасливый опыт от складирования. Любой опыт плюс 8%. Тоже, конечно, хорошо. Перков у нас ребята писали до 70 там какого-то уровня, получается. Часть из них бесполезные, да, такие, которые ни туда, ни сюда. Но часть наверняка еще можно будет взять хороших таких. Типа того же падальщика прокачать было бы неплохо. Но стоит ли дальше вкладываться в опыт, я даже не знаю. С одной стороны, хочется, конечно, чтобы уровни поднимать побыстрее. Но хочется и прокачать что-то более толковое. Даже вот это. Это хоть весьма ситуативный навык, только для зачистки вот этих вот убежищ, да, но все равно прокачать хочется. Не, наверное, докачаю как минимум запасливого. Пятый, по-моему, это последний уже ранг, если я не ошибаюсь. Так, а вот противогаз. Блокирование урона плюс 4. Позволяет выживать в токсичных зонах. А пока надет, предотвращает всем повреждения от газа. Так. Можно ли его улучшать? Нет, нельзя. Ну правильно, мы одежду-то тоже улучшать не можем. У нас только оружие и аксессуары улучшаются. Но хорошо. Мы, в принципе, готовы идти, получается, в... Вот. В эту, кажется, зону. Да, вот в эту. Плюс в пирамиду. Вот сюда можно, наверное, зайти попробовать будет. И в убежище. В какое-то из... Самое первое, по-моему, убежище, которое я зачищал. Может быть, вот это. Там тоже токсичная эта самая была. Мы там пройти не могли. Давайте пойдем сейчас уголок карты вот этот вот доисследуем. Мы, наверное, на этом будем серию заканчивать. А, и рыбу половить я еще тоже хотел. Где-то рыбка вон там была. Так, и что у нас еще на этой карте осталось? Тут мы по дороге все осмотрели. Ну, вот это вот дела всякие эти. Можно пойти открыть двери. Срез будет сюда. Можно еще тоже выйти. Колодец желаний. Костер. Угу. Фермочка здесь. Но эта ферма далеко, здесь, наверное, рыбное место будет. Фермы, которые далеко от точки быстрого перемещения, они, мне кажется, не нужны совсем. Угу. Вот это, наверное, будет разрыв. Вот сюда, и можно будет этот ящик забрать потом когда-нибудь. Тут еще пазл нас ждет, да, вот так вот нужно будет пройти. Ну, а это мы, наверное, немного на потом оставим. Я думаю, в следующей серии мы пойдем дальше в следующую локацию по сюжету пока. Где-то там впереди нас ждет молот. И вот потом с молотом можно будет походить еще и поломать по старым локациям все, что можно будет поломать.
Все, похоже, я поймал всю рыбу. Окей, идем посмотрим, что у нас тут. За этим мостом. Есть ли что-то интересное, кроме грибов? Скала обезьян. О. Ну, это уже что-то вроде идола. Интересно, остальное под землей? А? О, еще одно место рыбное. Специй целая куча. О! Ну, немного камня соберем тоже. А, нет, мы не можем. 90 урона надо. Это я только мелкие вокруг ломаю. Тут, наверное, что-то... Или, может быть, попробовать лопатой покопать? Под землей. О. Ну, насчет идола я не понял. Я думал, может быть, где-то там что-то под землей. Ну, я не знаю. Ну, да, мы догадались. Все проще. Но идола я реально не увидел. Я думал, может быть, это вот как бы этот камень, как типа... Идол, я не знаю, надо его поломать, чтобы... Чтобы что? Не знаю. Но все оказалось проще. Так, хорошо, теперь надо вот здесь рыбу словить. Для начала только надо добраться. И у нас уже места нет. Ладно. Сейчас я вернусь. Неплохое рыбное место здесь было. С двумя видами редкой рыбы. Не легендарное, но все равно тоже неплохо. Ну и все. На этом мы пока что серию будем заканчивать. В следующей серии обязательно продолжим. Пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.